Начали. Да еще чего дальше есть пропаганда. Ай, Карл Маркс, дай подай. Прошу без мата. Как говорится, вопрос, конечно, интересный. Как противопоставить пропаганде в мире пропаганды? Мы как-то забываем, что весь мы живем в виртуальном мире. Виртуальный мир и есть сугубая пропаганда. Независимо от того, что там пропагандируются какие-то там колготки, вкусный кетчуп или какая-то политическая или экономическая идея. Все это мы живем уже не первое десятилетие в этом. Это стало возможно только потому, что люди потеряли чувство и вообще понятие истины. И исходит из только из понятия, что мне нравится, что мне доходно, какой мой профит в этом. И если задевает какая-то там пропаганда или действие мой доход или мое благополучие, то, естественно, это нехорошая пропаганда. А если моя пропаганда ведет к росту моего благополучия, это хорошая пропаганда. В этом мире, в котором мы сейчас живем, который называется капитализмом, пропаганда мерится сугубо благополучием тех, интересы которых представляет данная пропаганда. И поэтому бороться с такой пропагандой, которая является, по сути, ложью, другой ложью, совсем не конструктивно. Просто мы тем самым увеличим количество лжей в этом мире. И из двух лжей становится три, пять и так далее, миллионы лжей. И мы в этом мире, который есть виртуальный мир, в котором мы живем, и который заменил собой реальный мир, мы пытаемся выплывать, опять-таки, не имея компаса, не имея никаких ориентиров, потому что без скалы, которая есть истина, мы не можем ничем противопоставить пропаганде, и никакой креатив и самопожертвование нам не поможет. Потому что мы знаем многих людей, которые искренне умирали за демократию, там, за коммунизм, большевизм там, и так далее, за народ свой, за нацию, сколько угодно людей за это умирали, это не означает, что правда была на их стороне. Потому что если мы живем в этом мире, он существует, он отражает некую истину. Если отражает некую истину, то эта истина, она всегда одна. Люди, потеряв это, они ничего не смогут противопоставить пропаганде. И попытаются замещать одну ложь другой. Поэтому я не вижу в современном мире, в отсутствии соотношения каждого в отдельности с одной единственной истиной, не вижу никакой возможности что-либо противопоставить конкретным нашим СМИ молдавским или там региональным, глобальным и так далее. Спасибо.